Ну вот, друзья мои, гимны отгремели, приступаем, как говорится, к официальной части. Внимание на экраны, говорит и показывает Ессентуки-арена. Это комплексные всероссийские соревнования, высший дивизион, премьер-группа, суперлига. Ладно, что ж, все готово после официальных церемоний, фотографий, введений символических к официальному. Выдает кричалки с трибун. И, кстати, было очень даже неплохо. И подачка, и удар головой. Стандартики-то у КФУ что надо. Чья возьмет? Это не безинтересно. Ух, столько ворот выручает. Смотрите, обработка. Раз и бам! Справа туда, в дальний. Ну, с острого угла. Так. Ну, у меня большие вопросы к голкиперу. И вот вам контратака. Не забиваешь ты, забьют тебе. Посмотрите, какой удар. И если я в первом случае говорил про вопросы к голкиперу, то сейчас это прям серьезнейшие вопросы у меня. Раз, мяч пошел на клёв, отскок. А зачем ты завалился? Таранным костям это больно удар, ну а значит, это 11-метровые, ведь внутри штрафной, нарушение правил зафиксировано. Вот так вот неожиданно у нас тут. Вот она со старта не заладилась и по-прежнему продолжает не вести. А не пенальти ли это еще раз? Это красная карточка за симуляцию. Ну вот смотрите. Пошел. Контакт был. Ну и где тут симуляция? Рвутся к лицевой футболисты ДГТУ. Ой-ой-ой! Ну вот это совсем зря. Это точно на горчичник. Тут без вариантов. Вот это жесточайший прям фол был. Прям... Да, здесь все были не ангелы, но вот этот бросок уже явно по уходившему сопернику. Заслуженную ли? На мой скромный вкус, безусловно. Безусловно. Они были крепки, словно сталь в обороне. Не дрогнули ни разу, даже когда было тяжело. Даже когда соперник бил по штангам, пытался реализовать пенальти, давил в позиционном нападении. И все это здорово помогло.